сегодняшняя игра выдалась такая интересная, потому что было много забитых голов, пенальти не реализованы и красную карточку. К сожалению, удача была не на нашей стороне. Пропустили два быстрых стандарта. Два стандарта вообще пропустили. Не забили пенальти и получили красную, ненужную красную карточку. Поэтому не знаю, что... Сегодня не наш день был. Впереди еще много игр, и мы будем выкладываться там на все 100, потому что нам нужны очки, и мы хотим добиваться только положительного результата, и будем бороться и биться за 3 очка в каждой игре.